Значит, всем привет. Есть вот такой вот коллиматор, достаточно известный, маленький пистолетник Vector Optics Frenzy. Вот, и у него управление вот здесь вот внизу. Значит, хотел сделать максимально низкопрофильное СТП, чтобы было. Вот. Ковидно с этим достичь все равно не получается, хотя верхние рога и саму мушку видно, при этом все равно нужно немножко уходить выше, поэтому ковидноса нет. Вот. Но, тем не менее, поставив вот сюда, задачился тем, что прицел довольно хрупкий, вот, и устанавливаю я его с помощью планки «Рыбка» от компании «Рысь». Вот. Столкнулся с тем, что у родной системы защиты рыбки устанавливаются вот такие вот штуки, да, которые перекрывают доступ к органам управления прицелом. Соответственно, было принято решение сделать вот такой вот ход конем, просверлена с внутренней стороны дырка, да, и обычный винтик, да, который утапливается вот сюда, вот, чтобы не драл резинку, капнут термоклей обычный, который в шлицы этого винтика попал. Вот, и получается вот такая вот замечательная вещь. То есть вот он торчит, по подточке выбираешь, чтобы он не сильно торчал, не задевал, не включался. Вот. Там есть небольшое расстояние, да, где винтик ходит, то есть что тоже не держит в напряжении кнопку, да. Ну и, собственно, вот щелчки слышно, вполне все четко нажимается и управляется. При этом сам корпус коллиматорного прицела защищен от каких-то ударов или повреждений. Вот. Устанавливался он не на стандартное, по-моему, крепление, насколько помню, я сверлил отдельное отверстие, потому что рыбка предназначена под посадочные доктора. По-моему, у Vector Optics не совпадает, хотя могу ошибаться. Вот. Просто уже давно стоит, не буду скручивать, смотреть. Вот так вот. Так что, если кто хочет максимально низкий профиль, максимально маленькие габариты, можно вот такую вот концепцию замутить.